День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы городом пропах. У нас у бабушки было 4 сына. Все они 4 сына ушли на войну. Из них не вернулось 2. 2 вернулось, а 2 не вернулось. Самый старший и самый младший. Это самый старший, это самый младший сын. А отец с 10-го года рождения. Его брат тоже воевал, дядя Саша. Он вернулся, но был в плену, вернулся. И говорил, что все можно есть, понял, что все можно есть сырое, кроме картошки. Крахмал плохо сваривается, питание было такое, что крахмал плохо на желудок влиял. Это он так говорит. Но это, наверное, 43-й год был, или как шли бои. Вот это вот под Штеповкой, когда, а наше село 20 километров от Сум, село Зеленая Роща. Там тоже были сильные бои. И, наверное, в 43-м все-таки году мама говорила, что было то оттепель, то замерзало. И постучался ночью в дверь им, кто-то постучался. Когда она открыла, говорит, так похож на этого вот солдатик, только постриженный, только-только. И он был ранен, у него ноги валенки, и ноги мерзли в валенки. Она говорит, затопила печку и оттаивала, чтобы ноги отошли. Ну, 2 дня он в нашем доме пробыл, а потом пришли немцы и, говорит, увели его. Говорил, сестричка, если буду жив, я тебя найду. Ну, кто его знает. Фамилия его, как ни странно, Иванов была, а как зовут, неизвестно. Это День Победы городом пропах. Бойко Юрий Николаевич родился в 27-м году, в 17 лет ушел на фронт добровольцем, воевал на Восточном фронте против японцев. Получил тяжелое ранение, контужен. В 50-м году демобилизовался, прожил 83 года. Награжден медалями, орденами. Ну, каждый год приходим сюда с внуками. Ну и на 9 мая всегда вспоминаем. Я так понял, что настоящие воины, которые воевали, они об этом не хотели вспоминать. То есть война – это тяжелый труд. Это страшное дело, поэтому тот, кто воевал, тот об этом рассказывает неохотно. Он воевал от первого до последнего дня, прошел путь от рядового до капитана, много раз был на волосок от смерти, но можно сказать, что он везучий. Награжден 3 орденами, и, в общем-то, прожил большую, достойную жизнь. Умер в 87 лет, работал на заводе Фрунзе мастером. Был всеми уважаемый человек, уважаемый нами до сих пор. Воспитываем уважение у правнуков, хотя они его знали всего 2 года. Но, в общем, хотим, чтобы они помнили о своем дедушке и были достойны его памяти. Начинал пулеметчиком, был контужен. Затем окончил ускоренные курсы Шадринского училища связи. Лейтенант, и закончил войну командиром, начальником связи батальона. Дошел до Берлина. Вот такая биография. Прошел все фронта. Украину, Польшу, Германию. Это родной брат моей бабушки, Чемеренко Геннадий Иванович. Он погиб 19 лет, не дожив всего лишь 2 дней до своего 20-летия. На Орловской Курской дуге. Награжден медалью за отвагу, и здесь не отображено еще медалью за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. А вот это черевка Борис Григорьевич, двоюродный брат моего дедушки, летчик-герой, совершил первый таран над Черным морем в 1941 году, в первые дни войны. Остался при этом чудом жив и погиб через год, сегодня у него годовщина, 9 мая 1942 года. Thank you.
я представляю поисковый отряд «Гвардеец». Вот, значит, я руководитель этой организации. Работаем мы с 2004 года. Вот, именно по суммам из Сумской области на нашем счету более 300 обнаруженных и перезахороненных со всеми почестями красноармейцев. Прежде всего, эта акция ориентирована именно на молодежь, на современную. Потому что как-то не прискорбно осознавать, но вот, видите, ветераны от нас уходят. Вот, все-таки возраст дает о себе знать. Вот все их меньше и меньше. И если мы еще 5-6 лет назад видели их даже проходящими в колоннах, то сейчас их, к сожалению, нету. Вот. И, соответственно, подрастающее поколение уже не видит тех людей, которые реально принимали участие в боевых действиях вот, в Великой Отечественной войне, и тех, кто вынес все тяготы и лишения Великой Отечественной. Да. Вот, соответственно, нужно чем-то подменить вот, значит, уходящих ветеранов вот, и, так сказать, поднять их знамя. Вот, соответственно, этим мы и занимаемся. То есть пытаемся актуализировать внимание молодежи, вот, значит, заинтересовать их вопросами истории, вот, значит, и, само собой, воспитать на примерах героического прошлого, на примерах наших дедов и прадедов, те, которые смогли сломить хребет нацизму. День Победы, как он был от нас далек, как в костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы городом пропал. Дорогие земляки сумчане, от имени моряков Черноморского флота сердечно поздравляю всех вас с Севастополя, с праздником Великой Победы. А Севастополь отмечает сегодня 69-ю годовщину. Слава нашей Победе! Спасибо.